Первый котлован красноярского метро полностью готов. Работы закончили на будущей станции улицы Шахтеров. Глубина монтажного котлована составила 12 метров. В основание уложили почти 1000 кубометров бетона, 20 тысяч кубометров грунта вывезли и установили 501 сваю. Специалисты продолжают монтировать туннелепроходческий комплекс «Екатерина». В монтажную камеру уже спустили первые элементы. Технологические тележки, локомотив, гидравлический привод, заканчивается установка ротора. Когда «Екатерину» соберут, начнут проходку до станции улицы Карла Маркса. Предстоит прокопать больше 3 километров.